очень многие люди, они теряют свой баланс, они не знают даже, как вспомнить себя, какими они есть, что такое самоидентификация. Они не знают, что главное, ты, например, есть, когда ты настоящий, то есть не когда ты деформирован какими-то внутренними конфликтами, социальными неподходящими тебе установками, а вот когда ты есть самим собой, когда ты самим собой, ну, например, когда ты был маленький, играл в какую-то игру или чем-то занимался, и в этот момент ты был абсолютно защищен, как будто рядом с тобой мама, как будто все в порядке, и у тебя не было никакого беспокойства, никакого страха, ты был абсолютно уверен в себе, потому что ты был сам собой, естественный, такой, какой ты есть. И вот этот баланс, когда люди теряют, погружаясь в какие-то действия, в какие-то другие роли, которые им не соответствуют. Но вот самоидентификация, это значит помнить себя. Что значит помнить себя? Это очень важно. Это именно вспомнить себя таким, какой ты есть на самом деле. И для этого у нас есть технология. Эта технология заключается в том, что ты моделируешь по специальной методике ключевой свое естественное состояние. Запоминаешь его на будущее. Несколько раз проходишь эти процедуры, тренировки. И потом ты сам в любой момент, когда что-то случается, горе какое-то, неожиданность какая-то, мгновенно можешь вспомнить себя, какой ты есть, когда ты был абсолютно защищен. Это очень уютное состояние. Очень уютное состояние – это ты естественный. Да. Вот это очень важно. И об этом говорил и Гурджиев, и очень великие большие мастера. К этому стремятся все психологи, но они читают эти книги и сами иногда не понимают, что это такое. Потому что теория – теория, а практика – практикой. А вот я занимаюсь обучением людей, и по методу саморегуляции ключ люди сами научаются постепенно приходить в себя. То есть самоидентификация, то есть помнить себя в любых обстоятельствах.